В рейд вместе с активистами мотосообществ вышли сегодня автоинспекторы Казани. Они призывали водителей быть внимательнее во время движения, раздавали буклеты и световозвращающие элементы. С апреля на дорогах Татарстана погибло 4 мотоциклиста. Сегодня Всемирный день медицинских сестер. В Татарстане трудится более 38 тысяч медсестер. Сегодня имидж медицинской сестры – это милосердие, трудолюбие, аккуратность, приветливость, образование, интеллект и профессиональная компетентность. В Казани открылся фестиваль мусульманской одежды. Купальники, буркини для всей семьи, платья и костюмы. Все по канонам ислама. Свои наряды представили 11 дизайнеров из Татарстана, Дагестана, Турции, Киргизии, Узбекистана и Великобритании.